На подведение итогов творческого конкурса «Пешеход-пассажир-водитель» в детский развлекательный центр «Маленький принц» были приглашены около 50 рязанских школьников и их родители. Бесспорно, самая яркая номинация – художественно-изобразительное творчество. В этом году тема, предложенная организаторами конкурса, звучала так – «Не играй с водителем в прятки». В своих работах ребята убеждали людей использовать световозвращающие элементы на одежде. Уже 16-й год подряд сотрудники госавтоинспекции совместно с управлением образования и молодежной политики города Рязани проводят конкурс детских творческих работ, который называется «Пешеход-пассажир-водитель». В первую очередь, конечно же, конкурс призван обратить внимание еще раз на безопасность дорожного движения. Дети в творческой форме, рисуя рисунки, фотографируя и готовя фотоработы, изготавливая ребусы, еще раз вспоминают о необходимости соблюдения всех требований правил дорожного движения. Очень активными показали себе ребята в конкурсе «Ребусы, шарады, кроссворды». Кроме того, на выставке можно было увидеть работы юных фотографов. В номинации «Дети говорят» необходимо было написать письмо-обращение к своим родителям, чтобы те не нарушали правила дорожного движения, и указать причину. Почему? С большим вниманием ребята посмотрели на выступление юных юидовцев из школы номер 57. Ну а развлекательный центр предоставил всем победителям возможность воспользоваться автоплощадкой, чтобы те могли весело и познавательно провести время.